Ну вот, я сижу в Гера Классик. Сразу, что бросается в глаза, так это огромное стекло, ветрозащита. Очень хороший обзор. Ну, в принципе, такой же обзор, как и на МТ-03 или МТО Спорт. Также все видно, в принципе, хорошо. Единственное отличие, что при такой большой ветрозащите можно летать без дополнительного визора. Ну и, соответственно, при наклонах головы, там, посмотреть, что слева, там, что справа, все равно нахожусь в зоне защиты от ветра этим ветровым стеклом.